Паровоз готов! Thanks. Подожди, он там сзади сейчас, сейчас уйдут. Thanks you. Паровоз! Ну да. Кто? Да? У вас никого нет там? Все ушли? Да давай поехали, а то опять сейчас стекаться будут. Ну давай. СМ-3. Алло? Готовы. Они что, вместе разговаривают? Подожди. Ну там на выставке еще здесь. Поехали. Я не слышу. А побыстрее нельзя? Пока зачем? Мы никуда не торопимся. Точно. Зато люди торопятся. А люди куда торопиться? А поезд не... Быстрее поедем, быстрее поедем. А где поезд? А мы на чем едем? Он называется паровоз. Да, паровоз. Вы с ним что, в гонки играете? Нет. Это вот так есть. Надо всем посмотреть. Кошкин дом уже проехали. Да, бабушка здесь работала. А почему Кошкин дом называют? Знаешь, нет? Горел, потому что в свое время. Деревянный весь. Вот Кошкин дом. Старый бор. Он нас там догонит или нет? Нет. Он уже половина догнал. Не скажет, вот сейчас. Вы что, с ним так Вы или вот? Не знаю. Вы!
едет. У нас три. У него пробочка. Нет. Жень. Смотри вверх сюда. Да, тут трех. Вон. Вон. За дом. Что-то не вижу. Я не слышно его. Да, потому что он далеко. Что-то ему не видать. А что это вы сделали? Крайну машинисты. Тормозить. Воздух выходит холодный. Прижимается к ядрусу. Что? По звуку можно услышать, где мы. Где он где он. Может он стрелял, или мы сзади. Я его вижу. Я его не вижу. А вот. Отражение. Он сейчас нас обгонять будет. Да. А в газку прибавь, чтобы он нас не обгонял. Зачем? Ты Байхиле... Чтобы он нас не обогнал. Байхиле сколько лет? Да уже... Вот. Интересно, кому сколько лет? 150 это уже точно не заберет. Кто? Лютичка это. 50 лет. О, это что? Нет. Вот, видишь, люди. Что где люди? Да. А там сколько лет? Да, ему где-то там, ну, наверное, 60. Ну да. Короче, он это, давно построен очень, в старину был. Да нет, этот паровоз еще старый. Когда еще война была. Нет, это послевоенный. Ну, тоже где-то 50. Вот он. Да, он уже тормозит.
красят. Клево. Нихуя лошадь, мы по кругу проехали быстренько. Чего быстренько? Ну, медленнее. Все, 40 километров в час ехали. 40-30. Все-таки вы его обогнали. Он там на 2 метра сзади. Да, больше. На 3. Сейчас будет. Да, надо поотвечать.